Итальянские оружейники представили новую модель спортивного ружья 12-го калибра Беретта 688 Performance. Новинка оснащена затылком системы микрокор и ложой из черного промасленного ламината с регулируемым гребнем приклада BeFast. У ружья мощная и широкая затворная коробка в стиле Беретты 680 с оранжевым логотипом, а рычаг отпирания затвора усовершенствован для плавной работы. Верхняя часть затворной коробки имеет специальную текстурированную отделку для исключения появления бликов, мешающих прицеливанию. Спусковой механизм, разумеется, регулируемый. Беретта 688 Performance комплектуется стволами Stylium Optimabore HP. Интересно, что на Парижской Олимпиаде стрелки с ружьями Беретта завоевали 14 медалей из 15 разыгранных в стендовой стрельбе.